без звуков нестареющего вальса. В России заканчивается, пожалуй, самый необычный школьный год. Последний звонок вчера провели онлайн. Не будет и выпускных вечеров в традиционном понимании. А вот ЕГЭ сдавать все равно придется. Названа новая и, кажется, на этот раз окончательная дата. Экзаменационный цикл начнется 29 июня. В этот и на следующий день состоятся два пробных ЕГЭ, только для организаторов без участия школьников. Они нужны, чтобы, цитата, «отладить систему». А вот дальше пойдут уже основные экзамены, но тоже не для всех. Те одиннадцатиклассники, которые в этом году не планируют поступать в ВУЗ, от ЕГЭ освобождаются и получат итоговые оценки в аттестат, а кто-то и даже медали, на основе годовых отметок. Для всех остальных Роспотребнадзор опубликовал обновленное расписание. Планируется, что первыми пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, затем самый массовый предмет – русский язык. Его будут проводить в 2 дня, чтобы максимально развести потоки. Также поступят и с устной частью экзамена по иностранным языкам. Резервными днями для основной волны тестирования назначили 24 и 25 июля. Если по уважительной причине у школьника не получится сдать ЕГЭ и в июле, будет еще один дополнительный период в начале августа. Отдельно озвучены рекомендации Роспотребнадзора для самого экзамена. При рассадке учеников расстояние между ними должно быть минимум 1,5 метра, а лучше и 2. И дело, как вы понимаете, не в списывании. Разумеется, школы должны будут закупить маски и перчатки. Впрочем, здесь есть оговорка. Их рекомендуется использовать, но можно снять, если в них писать работу будет тяжело. И вот тут встает уже главный вопрос, насколько тяжелыми для выпускников 2020 года будут экзамены. С одной стороны, у них было больше времени на подготовку, ну а с другой стороны, какая была эта подготовка? Вот как вы думаете, страдает ли от удаленного формата качество подготовки к экзаменам? Да или нет, смс со своим ответом присылайте на короткий номер 2477. А если сами сомневаетесь, посмотрите сюжет Алексея Кнора. Он пообщался с выпускниками, и их родителями, и учителями, и оценил все плюсы и все минусы. День X снова отодвинули. На этот раз ожидается, что единый госэкзамен школьники по всей стране начнут сдавать 3 июля. А это значит, что на подготовку выпускников есть еще чуть больше месяца. При этом режим самоизоляции никто не отменял. Уже хотелось сдать экзамены и уйти на каникулы. Артем Ставиский с учителями и репетиторами занимается удаленно. Сдавать планирует профильную математику, информатику и физику. С 13 лет я занимаюсь программированием, уже успел попробовать себя и в роли разработчика, и в роли лидера разработки. В общем, эти специальности отражают то, чем мне нравится заниматься в жизни. Для будущего программиста виртуальное пространство, что дом родной, никаких сложностей на дистанционном обучении Артем, говорит, не встретил. Наоборот, уверен, онлайн расширяет возможности. На удивление, разборы и объяснения от независимых авторов на YouTube часто дают то, что никогда не можешь получить от других источников знаний. На удаленку столичных школьников перевели еще в марте. Тогда у всех возникли серьезные опасения. Удастся ли полноценно заменить классические уроки вебинарами и как это отразится на качестве преподавания и, главное, восприятие детьми информации. Сейчас уже можно смело подводить итоги. Сегодня каждая школа организовала процесс таким образом, что каждый ребенок охвачен. И я думаю, что у детей сегодня действительно есть более широкие возможности позаниматься, подготовиться к экзаменам не только при помощи своих педагогов, но и при помощи других ресурсов. Можно проконсультироваться и у педагогов других школ, у каких-то преподавателей, может быть, даже вузов. К слову, смещение дат проведения ЕГЭ не помешает большинству вузов начать учебный год вовремя. Вопрос лишь в том, как будут учиться студенты, очно или все так же в онлайн-формате, зависит от эпидемиологической обстановки. Для нас принципиально начать работу 1 сентября. Это и политически, и эмоционально, и исторически важная дата. У нас есть факультеты, есть направление подготовки, где мы осуществляем прием именно не по ЕГЭ, но и на основе его творческих испытаний. Мы сделаем все, чтобы уже перевести эти испытания в дистанционный режим, с тем, чтобы можно было дистанционно и сдавать экзамены, и принимать. Пока в вузах готовятся встречать абитуриентов, выпускники школ продолжают готовиться к экзаменам. Кто с помощью записанных видеоуроков, кто при помощи компьютерных программ. Матвей Федин собирается поступать в Бауманку на кафедру ракетно-космических композитных конструкций. Говорит, для него у дистанционного обучения один минус – глаза от компьютера устают.
Прорабатываем варианты отдельной тренировочной работы, разбираем решения с преподавателями из школы на видеоконференциях, на площадках Zoom, Discord и Skype. В итоге в день выходит около 5 часов таких вот конференций и чатов. А вот гуманитарии жалуются, им на удаленке приходится сложнее. И дело даже не в технической грамотности, а в самоорганизации. С одной стороны, времени сильно больше, но нет школы, освободились утренние часы, нет предметов, к которым на ЕГЭ уже не готовишься, которые не особо нужны в 10-11 классе. Но, с другой стороны, естественно, сложнее себя организовать. То есть дома сильно сложнее сесть за стол, начать что-то делать, открыть учебник. Но все проблемы школьников, кажется, ничто по сравнению с переживаниями их родителей. Взрослые нервничают больше самих выпускников, словно сами готовятся к итоговой аттестации. Отсутствие информации, каким образом вузы будут принимать и в какие сроки документы на поступление. Большие опасения, успеем ли мы подать документы, успеем ли мы вообще в этом году сдать ЕГЭ и поступить в вуз. Так много вопросов у Юлии Яблоковой неспроста. Она сейчас переживает вдвойне, ведь у нее в семье сразу два выпускника. Дочь Софья и сын Петр погодки. Оба оканчивают 11 класс. И у каждого свои опасения. Лично я могу попасть под осенний призыв в армию, потому что у меня день рождения 31 октября. К счастью для Петра и тысяч таких же парней, как он, призыв выпускников школ в этом году отложили, а приемные комиссии большинства вузов начнут работать уже в июле. Времени подать документы на поступление будет предостаточно. Зато главный кошмар Софьи, похоже, сбылся. Она с прошлой осени мечтала в первую очередь о красивом выпускном. Хорошо еще платье не купила. Мы еще с сентября начали готовить наш вальс к последнему звонку, и мы готовились с ребятами, мы прям этого хотели. У нас собралась такая, скажем, команда, где мы даже сдружились, особенно последние месяцы, и для нас прям очень обидно, потому что мы очень хотели этот вальс танцевать. Одним словом, карнавала не будет. Все выпускные 2020 года пройдут в онлайн-формате, а это уже совсем другое настроение. Да, действительно, совсем другое настроение ждет всех участников школьного процесса. Формат проведения ЕГЭ скорректировали, часть выпускников его сдавать не будет, а это значит, что изменится и учебная статистика. До начала пандемии коронавируса единые госэкзамены планировали сдавать почти 800 тысяч человек. Из них 690 тысяч – это как раз выпускники школ. На обязательный экзамен по русскому языку планировали прийти 736 тысяч человек, на математику – 725 тысяч. При этом на профильный экзамен желающих было больше, чем на базовый. Самым популярным экзаменом по выбору уже несколько лет подряд считалось обществознание. К нему готовился каждый второй ученик. Но коронавирус поменял все планы. Очевидно, что показатели сократятся, но вряд ли изменится отношение к ЕГЭ. Ведь единый госэкзамен, который много критиковали, да и продолжают критиковать, имеет одно важное преимущество. Он позволяет абитуриенту даже из глубинки поступить в лучшие вузы страны, не сдавая дополнительных вступительных экзаменов, как это было раньше. И именно это, по мнению россиян, главное достоинство ЕГЭ. Также из плюсов современной системы отмечали глубину проверки знаний, объективность и более простую подготовку. Ну а те, кто подобной системой оценки знаний недоволен, главными недостатками называли необходимость зубрежки, отсутствие творчества, а также высокую психологическую нагрузку на школьников. Хотя мне кажется, что любые экзамены – это всегда стресс. Говоря о выпускных экзаменах, мы уже много рассказали про школьников, но ведь есть еще и одна тоже достаточно большая группа выпускников – это студенты. Те, кто отучился на последнем курсе бакалавриата или магистратуры. И, по идее, сейчас они тоже должны готовиться к госэкзаменам, защите дипломов, и здесь тоже будут изменения. Все зависит от направленности вуза и его технических возможностей. Например, где-то экзамены проведут дистанционно, а где-то, как заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, от госэкзаменов откажутся, оставив обязательной только защиту дипломной работы, если это не будет противоречить государственному стандарту. Но проблема в том, что в отличие от школ, где в целом объем знаний и предметов все-таки везде примерно одинаковый, для высших учебных заведений установить единые выпускные правила просто невозможно. В творческих вузах свои особенности, в технических свои особенности. У выпускников-медиков сейчас вообще голова не экзаменами вовсе забита. Так кто же и как планирует получать свой диплом этим летом, разбиралась Марина Карахончева.
Это мило и натурально. Мы ценим правила, а любим исключения. Очень жаль, я ужасная обезьянка. Вот такими онлайн-репетициями и читками пьес студентам театральных вузов приходится развлекать себя уже 2 месяца. И никаких тебе зрителей хотя бы в виде друзей, и абсолютная тишина вместо оваций. Очень тоскливо иногда бывает. Хочется выйти на сцену и играть, видеть зрителя. Без сцены очень сложно, потому что молодые, горячие, амбиции рвут на части. Но амбиции придется умерить. И, возможно, не только на время всеобщей самоизоляции. Ведь для выпускников важен не столько диплом, сколько дипломный спектакль, который они обычно показывают весь 4-й семестр. И на эти спектакли предполагается звать режиссеров и кастинг-директоров. Людей, которые могут нам помочь дальше как-то продвинуться в профессии после выпуска. А сейчас, к сожалению, такой возможности нет, поэтому будущее наше очень туманно. В институте, как смогли, горькую пилюлю подсластили. Государственный экзамен отменили. Останется сдать лишь квалификационную работу, но обязательно очно, как только снимут ограничения. Дипломы этим студентам тоже планируют вручать лично в руки. Куда актуальнее другая непростая задача – набрать достойную смену. Пока непонятно, как это сделать и когда. Развести вот эти 3500, ну хорошо, там, может быть, их будет в этом году поменьше, но все равно это очень непросто. Кто-то 1,5 минуты отвечает, и достаточно для того, чтобы все понять, может быть, и 10 секунд, а кого-то хочется преподавателям послушать и 10 минут. Поэтому как тут сделать, чтобы не было бесконечных простоев? От идеи провести первый тур онлайн в этом театральном институте отказались сразу. По мнению преподавательского состава, слишком велик риск ошибиться. Ведь здесь математической точностью ЕГЭ не обойтись. На абитуриента обязательно нужно посмотреть. Пусть и не так долго, как обычно. Каким бы очным ни были наши испытания, в этом году мы неминуемо вынуждены будем 3 тура соединить в 2, а то и в 1. Приемная комиссия очень надеется начать прослушивание в августе. А пока институт закупает все, что может для этого пригодиться. Обеззараживающие лампы, средства индивидуальной защиты. Но если в творческих вузах сейчас полный штиль, у студентов-медиков жизнь бьет ключом. Вот где сейчас звучат овации. Всем тем, кто еще не получив диплома, уже отправился помогать врачам в ковид-центрах. Родственники восприняли, ну, не с энтузиазмом, потому что сын будет работать в красной зоне, непосредственно с пациентами во время пандемии. Вот. Но со временем мне удалось их убедить в том, что я занимаюсь нужным делом. Студенты признаются, поначалу не понимали, куда идут. Работать приходится много, по 12 часов. Но видя своими глазами, как сильно врачи нуждаются в помощи, забывают и про нагрузки, и про страхи. Если в общем говорить, то есть, да, вот то, что ты работаешь, ты привыкаешь к этим условиям, ты понимаешь, с кем ты сталкиваешься, и уже как бы на опыте понимаешь, что ты можешь сам себя защитить, просто соблюдая то, что говорят старшие коллеги. На время этой незапланированной работы Марии и всем желающим выделили гостиничные номера. Так студенты могут сберечь здоровье своих близких, общаться с которыми уже почти 2 месяца могут только с помощью видеосвязи. Привет. Привет. Как твои дела? Клево. Эта пара не успела отметить даже ситцевую свадьбу. Расписались меньше года назад. Дмитрий признается, по жене очень скучает. Но уверен, он находится именно там, где ему сейчас самое место. Мы снимаем каждый день пациентам электрокардиограмму. Как правило, это в среднем 70 человек вот, за смену. Это делается для того, чтобы следить за сердечно-сосудистой системой, потому что коронавирус влияет на нее непосредственно. А все свободное время студенты посвящают учебе, которую, кстати, никто не отменял. Разве что дается небольшая отсрочка, если зачет или экзамен выпал на рабочую смену. Привычного темпа стараются придерживаться и все другие московские вузы. Дистанционно сдаются экзамены, к защите готовятся дипломные работы. Если осуждено носить ребеночка 9 месяцев, а бакалавриате 4 года, в специалитете 5, то летом мы обязательно его родим. То есть мы не будем носить его до бесконечности. Мы проведем все необходимые процедуры, мы проведем все экзамены, проведем все защиты дипломов своевременно, в срок,
как положено. В срок здесь планируется открытие и приемной кампании, в основном для иностранных студентов и для тех, кто сдавал ЕГЭ в предыдущие 4 года. Подать заявку на бюджетное место можно будет онлайн через сайт госуслуг. Но если у вуза есть техническая возможность, лучше продублировать документы непосредственно на интернет-странице учебного заведения. Обращайтесь, подавайте заявление, не бойтесь перезвонить, уточнить, правильно ли все документы прошли. Пишите, есть возможность написать обращение, есть возможность позвонить. Вот сейчас важно это как никогда. И все же во многих университетах уверены, такая форма подачи документов серьезно скажется на конкурсе в факультетах. Ведь часто бывает, что придя в вуз, абитуриенты в итоге решают поступать совершенно на другое направление или специальность, просто пообщавшись со студенческим отрядом приемной комиссии. Абитуриент не всегда может сам сориентироваться. Иногда реагирует только на модное сочетание слов, например, информационные технологии, больше ничего не видит. А ведь в мире так много интересного, так много интересных наук и интересных тем. Что же касается стоимости обучения на будущий академический год, многие вузы решили не повышать тарифы и оставить текущие расценки. Это хорошая мотивация для студентов-выпускников продолжить обучение, поступить в магистратуру или аспирантуру. Тем более, что в этом году выпускных баллов, судя по всему, не будет, если только тоже онлайн. Но такая альтернатива вряд ли устроит молодых специалистов. Есть давняя бауманская традиция, называется тазы. Мы ждали этого 6 лет, но в связи с самоизоляцией, скорее всего, это все у нас сместится на осень. Но мы обязательно его проведем. Кто инженер? Я инженер! Свои традиции есть наверняка у выпускников во многих вузах, и не только в нашей стране. Так же, как по всему миру сейчас системы образования столкнулись и с массой проблем. Как же повлиял коронавирус на учебный процесс в других государствах, узнаем, как всегда, из рубрики «А что у них?». Всем привет! Меня зовут Юля, я учусь в университете Ла Сапиенца. Это старейший университет, один из старейших университетов Италии. В данный момент мы обучаемся онлайн. Чтобы сдать экзамен в университете, нам приходится иметь дома 2 гаджета и сдавать экзамены через платформы Zoom либо Google Meet. Экзамены можно пытаться сдавать сколько угодно, в принципе, раз, как бы никто не лимитирует. В этом году у меня должны были быть экзамены по окончанию года. Их отменили. Через 3 года мне будет 18 лет, и это является призывным возрастом в Швейцарии. Я не пойду сразу в армию, я сначала отучусь в университете, и потом пойду. Есть 2 варианта. Можно пройти, как здесь его называют, сервис CV. Это, по-моему, 1,5 года, и это все, что не связано с оружием. А есть 2 вариант, это обычная армия, она длится где-то 10 месяцев, в течение которых раз учат стрелять, и всему подобное. Мальчикам армия не светит. Чтобы попасть в армию, нужно обладать недюжинными способностями, даже если ты хочешь попасть для начала в качестве рядового. Там нет нашего привычного призыва в армию, в принципе. То есть армия – это только карьера. Что с дипломами? Да все хорошо с дипломами. Дело в том, что они их получают в июне и в июле, и здесь уже все нормально, потому что они уже все приступили опять к занятиям, они учились онлайн. В Китае очень развита система обучения онлайн. А здесь студенты совершенно не чувствовали какого-то большого дискомфорта. У них точно так же проходили занятия, просто не в классах. Как такового выпуска, вот в нашем понимании, у них нет. У них есть церемония. Да? Вот в университете, например, в какой-то отдельный день в актовом зале проходит церемония вручения дипломов, естественно, где они красивые, все в мантиях. С начальной школой, конечно, все сложнее, потому что маленьким детям очень тяжело сидеть перед экраном компьютера долгое время. Поэтому, конечно, да, можно сказать, что пострадала, если пострадала, то в основном начальная школа, потому что дети не усидчивы, детям тяжело. Еще 15 марта стало известно, что школы, институты и другие учебные заведения свою работу в этом году не возобновят. И переход на онлайн-сферу для институтов не стал чем-то особенным, так как они раньше ими пользовались, это распространенная практика. Экзамены, я считаю, здесь по процедуре немного более свободны. Студенты набирают так называемые кредиты, и экзамен может быть заменен заданием, либо же проводится в онлайн-форме по видеосвязи. Что касается школьников, у них уроки также проходят онлайн, и они автоматически переходят в следующий класс.
автоматически перешли в следующие классы российские школьники, кроме, конечно, выпускников. Для них, кстати, есть хорошие новости. Количество бюджетных мест в вузах этим летом должно увеличиться. Об этом заявил президент. В результате порядка 60% выпускников этого года смогут получать высшее образование бесплатно. Но для начала надо сдать ЕГЭ. Вот только большинство наших телезрителей считает, что в онлайн-формате подготовка школьников к экзаменам пострадает. От себя добавлю, это надо пережить. Экзамены пройдут, и начнется уже другая, очень интересная студенческая жизнь. Хороших всем оценок и не болейте, конечно. С вами была Анна Крупина и программа «Жизнь в большом городе». Увидимся на телеканале «Москва-24».